Привет всем! Правда здорово получать подарки? Особенно, когда они неожиданные и такие красивые, как модная, замечательная одежка для любимой доченьки. Я знаю, что фирму Carter's любят многие мамочки. Нам подарили 5 замечательных бодиков Carter's. Давайте посмотрим, что они из себя представляют и чему реально соответствуют. Сначала рассмотрим расцветку. Набор состоит из 5 бодиков. Различные расцветки. 2 белых с облачками, 1 желтый в белый горошек с надписью Sunshine или солнечное сияние, и 2 таких оранжево-розовых в полосочку и однотонный с радугой и тучкой, с дождиком и сердечек. Ну, а теперь ознакомимся, что же написано на этикетке и соответствует ли это реальности. Итак, на этикетке заявлено, что бодики рассчитаны на возраст ребенка 12 месяцев. И при этом на рост 72-78 сантиметров и вес 9-11 килограмм. Ну, могу сказать, что такой рост обычно у деток до годика, поэтому, скорее всего, эти бодики подойдут на 9-12 месяцев, если ребенок нормально развивается и соответствует нормам. Посмотрим его размеры. Если оценивать длину изделия, то от плечика до низа это 45 сантиметров. Ширина в груди 21 сантиметр. В наборе есть еще одна этикетка, которая показывает, что для создания прекрасных бодиков использовался детский мягкий хлопок. Здесь снабжены плечики, растягивающиеся для удобства одевания. И есть усиленная застежка. 3 кнопочки между ножек. Внутренняя этикетка содержит информацию о том, как ухаживать за изделиями. Здесь основная информация о том, что необходимо стирать в вывернутом состоянии, не отжимать, гладить только при необходимости и не очень горячим утюгом. Про само качество изделия могу сказать, что оно довольно приятное к телу. Естественно, перед использованием необходимо будет изделие выстирать. Вот. Сам материал хорошо тянется, то есть это не на очень худенького ребенка и, наверное, прослужит гораздо дольше, чем заявлено. Несмотря на то, что Carter's ставят вот такие вот краской этикеточки непосредственно на самом изделии, оно не мешает самому ребенку и не будет приносить никакого дискомфорта. Все украшения, которые на изделии есть, они хорошо зафиксированы, не отрываются. И вот с обратной стороны прошиты тканью для того, чтобы ребенку не было никакого раздражения. Мы ждем, когда наконец-то дорастем до этого бодиков. И потом, возможно, расскажем вам про результаты. А чтобы узнать, как хорошо мы их носили, понравилось нам или нет, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под этим видео, и мы обязательно еще приготовим множество обзоров как о детских вещах, игрушках, так и о других полезностях. Пока!